пихать. Вот пиво, да ты же пиво никогда не пил, сколько мы жили в Германии. Да, да. И там никогда не пил, никогда не было интереса пиво покупать. Да. И вдруг пиво вдруг, а вот что-то надо себе какой-то праздник сделать. Да, да. Вот. И вот это пихает себя, пихает. Ну да, это вот... Вроде хочет что-то какое-то, вот как там мужики на работе, вот они придут, рассказывают, и вот... Ну да. Это... Вот в этом доме хотели, вот на первом этаже здесь. Ага. Ну, ушла квартирка, ушла. А это вот мой маршрут. Мы идем по моему маршруту. Так что было это лишнее вчера. Это самое, я поэтому проснулся. Обычно я 5:30 просыпаюсь, а на этот раз проснулся. Ровно в 6, еще ты как бы и даже и подумал, что, а может быть, и вообще, ну я нафиг, идти это. Но потом все-таки эту мысль как-то прогнал, потому что, думаю, нет, у меня уже, понимаешь, это же как допинг на самом деле. Вот эту вот физическую нагрузку, как бы вот привык, и тогда у тебя целый день все как бы упакованный. А если ты это вот как бы вот отвык, не стал делать один раз, потом второй, а потом вообще и все. И вот, причем соскочить легко. Вот с этой, в отличие от наркотика, соскочить с этого наркотика элементарно. Вот. Не пошел и все. Ну не пошел, раз, два не пошел и все. А потом уже и не хочется. Вот. А мы, ты так, а можно вот по узенько по этой. А нет, здесь они ремонтируют. Сегодня они ремонтируют. Надо же, вот смотри, вот эту вот дорожку всю. Сейчас это сама. Где они ее ремонтируют? Ты... Вот там, вот сейчас. Вот там вот. Там частенько тоже гуляли. Ну, короче, я себя не очень сильно заставлял и пошел. Но бежать не хотелось, поэтому я на себя одел два костюма шерстяных, эту теплую жилетку. Ну все равно, вот, Жень, я обратила внимание, ты издалека, вот как-то ты не очень идешь. У тебя какой-то вот походка твоя не бодрая. Так я сегодня, а еще бы какая-то. Нет, не сегодня это было, вот на днях. Ну тоже, ну на днях, вот тебя высадили, ты не поехал на дачу, поехал домой. И мимо прижал, смотрю, вон ты идешь. Так тяжелые шаги такие, знаешь, вот, тяжелые шаги, да. Руки висят вот так вперед. Да, как как-то обезьяна. Так плечо вот так вниз, вот такие тяжелые-тяжелые шаги идешь. Думаю, вроде бы он ходит много, чего ж он так тяжело идет? Где, в какую сторону? Вот туда, туда. Вниз? Круг вниз, да, и все. И, собственно говоря, мы... Ну да, Лена, ты не забывай все-таки. А что не забывай? У меня вон дед знакомый не... 70 лет бодрее шагает, чем ты, Жень. Так он сколько шагает? Я перед тем, как с вами прошагать, я уже 13 километров прошагал. Ну он тоже вот а твой дед, работает, а да. Твой дед в огороде работает. Нет, и пешком ходит до Эдеки и обратно да, ну вот до Эдеки, да, это не 13 километров. И не еще не полкилометра идти. Плавания. Нет, я верю, что он хороший человек. Это кровненько, легче, движение легче. Вот она, все тут. Здесь? Красненькая. Как тут можно развернуться или что тут можно? Или просто напротив этой здесь нельзя? Тут вот какие-то сидят, отдыхающие, курящие. Что-то места даже нету. А вот тут, а вот так вот, да?